Бьем мяча сверху, держим руки правильно, сгибаем ноги в коленях, выпрямляем ноги и руки одновременно. Даже летом Юрий Климакин не бросает свое любимое дело. Он уже 25 лет является учителем физкультуры в Пензенской школе номер 19. И, как правило, каникулы для него были периодом затишья. Но в этом году педагог стал одним из дворовых тренеров, которые работают в нашем городе в рамках проекта «Детский спорт. Партия «Единая Россия». Дети разные. Физкультуру надо привить, чтобы дети приходили с удовольствием. Не так, как из-под палки. На многие предметы приходят. А здесь в удовольствие приходят, развиваются, тренируют свои мышечные, скоростно-силовые качества, лидерские качества. Занятия проводят на базе все той же 19-й школы, тем более, что большинство ребят учатся здесь же. Приходят и дети, приехавшие из Донбасса, которые живут неподалеку, в санатории имени Володарского. В среднем собирается по 20 человек. Играют в футбол, баскетбол, волейбол. Ну, я люблю как бы заниматься спортом, поэтому я хочу лето провести и гуляниях, и тренировках. На самом деле я очень подвижный человек, дома я не люблю сидеть. Я люблю, наверное, путешествовать, спортом заниматься. Тренер необыкновенный человек, всегда умеет поддерживать, ищет подходящие слова к человеку. Всегда нас стремит к лучшему и большему. Юрий Климакин проводит тренировки для местных детей по 3 раза в неделю. Занятия продолжатся до начала учебного года.